Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Начнем с ивента. Давай посмотрим, что у нас сегодня здесь интересного придумано для нас. Окей. Значит так, мы с тобой должны защитить горохострел. Ну что ж, попробуем. Так, еще один горохострел поставим сюда, пожалуй. И вот сюда. Так, поперли, поперли упыри. Со всех щелей причем. Так, сверху у нас и пираты ползут, и там еще обычный доходяга. Так, орех, я думаю, наверное, вот сюда поставим. И вот сюда, отлично. Пока этого будет, наверное, достаточно. Так, у нас здесь с тобой будет удобрение. О-о-о-о, тихо-тихо-тихо, зачем? Зачем вы так делаете, а, друзья мои? Они просто-напросто перелетают все мои орехи. Все как специально, да? Все как... Ох, ёпарсте. А вот это на самом деле плохо. Друзья мои, видите, что он делает? Он поедает мой орех, бедненький. Точнее, не орех, а горохострел. Так, секундочку. Вот здесь, наверное, нам придется с тобой залп применить. Давай, давай, родной, бомби. Так, еще одно удобрение. Тихо, он куда там... Куда он там пришел? Хорошо, что... Не долетел. Слушай, вот этот пройдох, конечно, меня бесит. Давай, наверное, с тобой вот сюда еще орех поставим, да? И вот так вот будем делать. Слушай, их тут накопилось очень много. Надо помогать. Ёпрсте, смотри, что наверху творится. А ну-ка, срочно залп. Срочно, просто-напросто. И орех сюда поставим. Слушай, ну, вроде бы как справляемся пока, да? Давай сюда, наверное, фасолину влепим. Сюда еще один горохострел. Так, я могу... Я не могу заменить, да, получается? Ладно, тогда сделаем вот так. И горохострел. Ну, вроде бы держим. Это последняя волна у нас. Так что, ребятушки, не будем расслабляться. Ох, наверху-то что творится? Ядрить на корень, смотри, что наверху. Блин, я, по-моему, ребята. Ага, есть еще шанс. Блин, я не могу сюда ничего поставить, понимаешь? Вот, удобрение у нас с тобой есть. Давай зарядим. Разочек, сюда я поставлю орех. Так, ну эта линия вообще, ребята, у нас непробиваемая. Можно так сказать, потому что, видишь, тут два ореха. Вот наверху мне, конечно, не нравится, что у нас происходит. Нам нужно как-то выручать ситуацию. Давай вот так сделаем. Сюда поставим фасолину. Так, ну что ты там будешь? Вот, отлично. Пробрало зомбаря. Слабительное принял. Слушай, ну я думаю, что мы справимся. В принципе, ничего сложного нету. Все, ребят, последние два зомби здесь у нас стоят. Сейчас мы их подобьем. И ивент у нас будет пройден. Ну давай, все, отлично, друзья мои. Ну что, будем переходить на основную сюжеточку. А там будет, ох, как весело нам. Так, нам выпадает арахис. Ну зачем, зачем мне мина? И 2000 голды. Неплохо. Ну вот мина, конечно, да. Ни к селу, ни к городу. Ну погнали. Так, мы с тобой остановились на 25-й миссии. Скоро, кстати, нам дадут морковь. И тут уже босс, в принципе, недалеко. Я думаю, может быть, постараться до него сегодня дойти и победить. Если, конечно, у меня это получится все. Так, что у меня там на огороде творится? Давай-ка заценим. Так, сюда посадим. Денежку заберем. Польем. И вот сюда тоже посадим. Окей, так, шмель, иди-ка сюда. Давай вот это вот польешь. Ой, опылишь, точнее, да? Цветочек, ну что? Сейчас будет веселуха, друзья мои. Опять денег у меня 15 тысяч. Я думаю, что сейчас будут большие траты у меня. Без этого не получается, к сожалению. Так, ё-моё, опять эти игровые автоматы. Как всегда. Кто бы сомневался, да, что они здесь будут. Так, с ведрами, значит, нам нужен магнит. Лава-гуаву возьму сюда.
Блин, мне бы вот эту вот ягоду получить, да, чернику. Так, тимьян возьмем с тобой. Может быть, замедляшку возьмем. Нет, возьмем защитника. А если я возьму спорогриб? Ой, точнее, гипногриб. Он будет, интересно, на этого чувачка действовать? По идее, будет. Но что я от этого выгодаю? Вот в чем вопрос. Так, подсолнух нужно взять еще. И возьмем, наверное, с тобой. Давай, наверное, вот этот вот. Спорогриб. И та-та-та-та. Последнего нам нужно выбрать. Может быть, взять чертополох? М? Что скажешь? Чертополох, было бы неплохо. Кто-то спрашивал, почему ты не берешь кокосовую пушку? Ребят, ну посмотрите, сколько она стоит. 400 энергии, это очень дорого, мне кажется. Причем она еще очень долго откатывается. Ну, практически как и цитрон. Равносильно. Слушай, я, наверное, возьму все-таки... Или Аки лучше взять. Давай, наверное, Аки возьмем с тобой, да? Фух, поехали. Я что-то немножко сомневаюсь, что здесь у меня все получится идеально. Но, как говорится, не попробовав, не узнаешь. Опять сейчас будем слушать музыку. И опять зомби будут на меня здесь валить всем стадом. Пошла, поехала. Ё-моё, я еще ничего не успел толком сделать. Чё так быстро-то? Зачем так все быстро делаете вы, а? Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Спорогриб поставим. Давай, плюйся там, плюйся по ним. А я пока подсолнухи буду высаживать. Так, подсолнухи. И нам, наверное, понадобится где-нибудь защитник. Наверное, вот сюда я его поставлю. Как же ты его долго бьешь, а? Как же ты его... О, тихо, тихо, тихо. Вот здесь вот надо сразу вот так вот делать. Интересно, он успеет? Успеет спорогриб подбить? Давай мы с тобой, наверное, возьмем теперь Аки. Поставим сюда. И пускай потихонечку бомбит. По головам, как говорится, да? На всякий случай поставлю сюда защитника. Придется, наверное, все-таки вот так вот сделать. Окей. Второй ряд подсолнухов начинаю делать. Так, тимьян пока не буду использовать. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо, ребята. Ха, подбили мы его. Вот этого чудика мы подбили с тобой. Ну, радоваться рано. Хотел было тимьян применить. Ой-ой-ой, он очень быстро, ребята, реагирует. Очень быстро, поэтому давай с тобой, наверное, сюда Аки поставим. Сюда лава-гуаву. Да ну, просто взяли и перепрыгнули, ты прикинь? А если я вот так сделаю? Блин, ну сработало, сработало, как ни странно. Куда ты там идешь, а? С ведром на голове. Вот объясни мне, пожалуйста, на милость. Так, слушай-ка, а внизу-то у нас что? Смотри. Давай-ка быстренько вот так вот с тобой сделаем. Откинем их. О, пошли эти чудики с игровыми автоматами. Вот их мне тут как раз, блин, и не хватало. Вот этих чудиков-то мне здесь не хватало. У меня как раз и удобрений нету. Ну-ка, давай так попробуем. Окей. Поджарили, надо внизу теперь как-то ушатать. Ну, он оттолкнет автомат, интересно, игровой или нет? Мне кажется, ни шиша он тут не оттолкнет. Тимьян, срочно применяем. Тут смотри, что происходит. Так, он где-то здесь, да? Давай-давай, взрываем его к ядрене фени. Тут у нас и панкуши пошли, рокеры. Так, наверное, нам еще надо куда-то магнит. Куда его тут поставить? Я не знаю, ребят, мне некуда, просто уже некуда его ставить. Так, вот попробуем с тобой сделать. Ой-ой-ой, давай-давай-давай, защитник. Фух, успели. Блин, ты смотри, что происходит здесь-то. Да как так-то? Эть, мне даже нечего сделать, ты прикинь. Лава-гуава, мне в помощь. Надеюсь. Они сгорят или нет сегодня здесь? Смотри-ка, игровой автомат стоит прямо на Аке. И она все равно, ребят, бомбит. Очень интересно.
У меня еще... А, все. Смотрите-ка, мы прошли с вами. Я успел. Ну, я считаю, что неплохая у меня команда была здесь, да? Спорогрипп, Аки. И все нормально проходило. Бомбили, как говорится. Ух ты, квест комплит, я получаю еще две конфетки к себе в подарок. Ну что, 25-й день мы с вами прошли. Едем дальше. Так, Дэйв, Пенни. Опять все дела. Блин, а вот это плохо, ребят. Мне придется защищать вот эти спорогрибы, и они находятся... Йоу, просто, и как? И как я... Так, подожди, здесь, наверное, нам придется с тобой обратиться к огороду, к нашему. Так, возьмем с тобой стебелек электрический. Хм. Давай, наверное, возьмем с тобой чертополох. Слушай, а может быть вот этого взять, а? Он же у нас как защитник идет, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Капуста. А что мне сделать с капустой? Или лучше бы все-таки... Жалко, у меня нету... А знаешь, чего нету? Не хватает мне. Подсолнуха с ультой. Чтобы мы могли с вами зарабатывать достаточно энергии. Блин, как я эти спорогрибы сейчас буду защищать, ума не приложу. Наверное, придется тратить деньги. Чтобы отдувать, откидывать их, ну, и тому подобное. Тем более, ты сам видишь, что тут у нас с микрофоном чудик, а он шутить не любит. Да, или хотя бы нам бы капельку, или ту же самую, как говорится, фасолину на пружине, тоже было бы неплохо, мы могли бы справиться. Тимьян, наверное, возьмем, да, с вами? И кто у нас еще? Я же ведь... Раз, два... Так, а где у меня арбуз? Где у меня, я спрашиваю, арбуз? Вот он. Ой, не знаю. Как сейчас тут будет это все происходить? От них толку мало, от этих спорогрибов, если честно, да? Ну что они там будут бомбить, а... Блин, тимьян, он очень долго откатывается. Они уже пошли. Ну, хорошо, пока вот по этой линии. То есть мне надо как-то вот так их защитить на начальных порах, да, чтобы мы могли их откидывать. Но с Гаргантюа такой фокус не прокатит. Ты сам понимаешь, почему, да? Сложно будет. Блин, знаешь, что я не взял? Магнит. Я, друзья мои, не взял магнит. Так, куда ты прешь, а? Вот скажи. Оу-оу-оу-оу. А, он отталкивает. Да чтоб тебя. Да улетите вы отсюда. Давай эти стебельки выставлять с тобой. Так, защитника. Защитника вот сюда поставим. Пошла музыка. Ты сам понимаешь, да, что это означает? Это означает ничего хорошего. Главное, чтобы не было этого чудика, который, друзья мои, с микрофоном пойдет. Вот это будет жестко, конечно. А вот он как раз и появился. Вот он как раз и появился. Ну что, мы там вроде справляемся или не справляемся, не пойму я. Пока да, пока все получается. Но это на первых порах. Тихо, тихо, мне нужны. Так, тимьян придется, ребята. Тимьян, пока вроде бы все нормально. Блин, у меня нет ничего взрывающегося. Блин, что делать-то? Дайте хоть удобрение какое-нибудь, я не знаю. Хоть что-нибудь. Это все, конечно, хорошо, это все замечательно, но... Ох... Друзья мои, придется... Придется вот так вот делать. А что... Блин... Ты понял, что... Короче, знаешь, что я подумал? Нам не стоит уничтожать рокеров. Пускай они отпинывают эти растения как можно дальше. В общем, ребята, у меня задумка следующая. Вот здесь пойдут рокеры, да? Они будут отпинывать мои вот эти вот растения. Да? Грибы. Они не уничтожают их, а просто отпинывают. Поэтому я сейчас возьму ультовое какое-нибудь растение, да? У меня еще есть вот этот вот электрический стебелек и вот этот вот горох. Можно взять еще капусту. Так, давай посадим сюда. Окей. Все. Надеюсь, у меня сейчас этот вариант прокатит. Жалко, конечно, что я потратил деньги. Причем впустую.
Я их откидывал, но они все равно здесь уничтожили. По-моему, вот этот вот гриб, спор-гриб, они раздавили игровым автоматом. Так, давай тогда мы с тобой берем отсюда арбуз, чертополох. И вот это вот растение возьмем. Что я там выбирал-то? Спор-гриб, может быть, еще один взять. Возьмем, наверное, его. Так, возьмем, наверное, вот этот вот орех и бонг-чой. По идее, бы пригодился неплохо бы, да? Или же взять магнит. У меня атакующих растений очень мало. Лава-гуава нам понадобится здесь. Ой, поехали. На одном электрическом стебельке, я думаю, далеко не уедем. Но будем его как можно чаще применять. Первый зомби пойдет вот по этой дорожке. Потом выйдут рокеры. Выйдут рокеры, начнут пинать эти растения. И вот тут главное вовремя среагировать, чтобы они их, ну, не уничтожили, не выкинули за пределы. Так, пока есть возможность, ребята, будем с вами сажать подсолнухи. Давай вот так вот сделаем. Пускай тут стоит бомбит. У него еще дистанция такая не очень хорошая. По атаке я имею в виду. Так, ну что, вот они пошли. Вот рокеры, ребята. Вот смотрите, что я хочу здесь сделать. Они сейчас будут пинать мои растения, так ведь? Вот они пинают. И тут главное вовремя среагировать. А давай сделаем так. Окей, отлично. Хотя бы вот на таком расстоянии. Это уже для нас плюсик. Для нас это уже большой плюс на самом деле, потому что, ну, все-таки есть какой-то запас расстояния, и я могу здесь успеть что-то сделать. А вот подсолнухи я не знаю, куда тут сажать. Так, сделаем с тобой защиту. Опять же, не стоит забывать про рокеров и про чуваков, которые с микрофонами. Мне кажется, они здесь вот, они самые здесь лютые. Хоть и ватные. Давай-ка, наверное, вот здесь вот уничтожим, потому что этот с флагом тут бежит. Оу-оу-оу-оу, игровые автоматы пошли. Пошли у нас игровые автоматы. Если что, у нас есть тимьян, можем с тобой его использовать. Только вот когда его использовать, блин. Какой именно момент? Так, вроде бы пока справляемся, да? Пора, пора, ребята, применить. Все, пускай они там пока стоят. Поставим с тобой защитников сюда побольше. Да блин, да что ты будешь делать? Смотри, толкает. Так, давай сюда спорогриб. Заряжай. Да вот этого-то уничтожьте. Вот этого с микрофоном, ё-моё, блин. Да какое там они уничтожат? Тут уже и гаргантюа пошли. Их надо, естественно, ребят, сразу же наказывать. Так, не могу позволить, ребят, чтобы... Ты видишь сам, да? Что происходит? Так, а если мы с тобой гаргантюа вот сюда посадим? Ой, гаргантюа. Тихо, тихо, тихо. Главное, чтобы не съели мне спорогриб. Поджарили. Фу! Справился. Друзья мои, я справился. И вот она, наша морковка. Не знаю, что она делает. Мне кажется, она дает какую-то клеточку дополнительную, да, на которой будет либо ульта работать, либо еще что-нибудь. Типа с редиской, что-то такое. Так. Интенсивная морковка. Окей. Так, нам показывают следующую пачку. Я вижу, опять там будет с микрофоном. Ага, здесь вот так вот они решили. Окей. Давай. Я люблю, когда нету здесь никаких растений, которые нужно защищать, а просто спокойненько себе играешь. Ну, главное, чтобы вовремя все выставлять как надо. Ой-ой-ой, Панкуша, ну вот куда ты идешь, а? Панкуш, куда ты вот идешь, скажи мне, пожалуйста. Куда мы его сейчас, если наверх его сдуем, это будет плохо. Так, вишню я, наверное... А, он толкает. Блин, он толкает, а чем мне... Придется взрывать его. Не хотелось на самом деле. Так, еще панки идут. Еще идут у нас панки. Так, и тут, и там, и везде, и со всех сторон. Ладно, поставим вот так вот. И сюда. Ну?
Отлично. Давай быстренько сюда выходи. А этого мы не сможем уничтожить. Хотя почему не сможем, если только вот так вот. Чеснок это... Ой, а этот-то пройдет или нет? По идее не должен, друзья мои. Руки уже нету. Взрыв. Бамс. А кто это? Там какие-то новые зомби были или мне показалось? Так, что у нас делает морковь? Ребят, давайте проверим. Подожди, а что? Не понял. А куда ее... А куда применять морковь-то, эй? Интенсивная морковь была написана. Может быть... Я не знаю, ребят, как ее использовать. Прикинь. Просто недопетриваю. Не-а, вообще не могу понять, что надо сделать с ней. Зашибись, чувак, с магнитофончиком идет, да, прикинь? Так, надо тут нафиг взорвать все, к ядре не могу. Так вот сделаем. На! Да что же с этой морковью-то делать, а? Ну-ка, давай так попробуем зарядить. Окей, получилось вроде бы, да? Вроде бы. Это вот что такое сейчас было? Это что означает? Так, я понял. Этот лопушок, ребята, поднимает кверху магнитофон и звучит определенная музыка. Че, неужели мы скоро с вами будем? Ну да, 27-й день. Скоро будет у нас зомбосс. Так что поехали. Нам осталось совсем немножечко, и мы пройдем с вами этот биом. Опять этот чудик с магнитофоном. Если честно, я так до сих пор не понял, как действует вот эта интенсивная морковь. Хочешь верь, хочешь не верь, не врубился. Так, в принципе, блин, сельдерей неплох, неплох. Но я не знаю, давай, наверное, все-таки возьмем спорогриб. Атаковать-то чем будем мы с вами? Спорогриб будет он... А, погоди-ка, мне же нужно взять, ё-моё. Совсем забыл про подсолнух-то. Кого же нам тогда? Магнит, что ли, будем убирать? Да, придется убирать магнит. Или вишню. Нет, вишню я, пожалуй, оставлю. Ну что, ребята, рискнем? Рискнем. Поехали. А денег у нас 13 тысяч. Маловато. 28 день. Еще 2 дня, по-моему, или 3 дня, да? И там уже будет у нас зомбосик. Вот он, этот чудило с магнитофоном идет. Но я так понял, он ватный, поэтому, наверное, будем его бомбить. Спорогриб. Пускай его уничтожает. Эй-эй-эй, хорош тут. Целую орду позвал. Так, тут еще туман, тут... Ё-моё. Я, кажется, понял, что делает музыка, которую они, ребят, включают. Она ускоряет. Так, давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Да поджарьтесь вы уже там, в конце-то концов. Так, одного только поджарили. Может, хорош уже своё мозло-то тут врубать, а? Чудило. Надо их взорвать. Вот таким вот образом. Так, тимьян. Тимьян еще далеко. Далеко у нас тимьян. Давай так сделаем. Придется подключать тимьянчик нам, чтобы всех на начало скинуть и выставлять подсолнухи, пока есть определенное время. Что же ты делаешь, а, морковка? Как же ты работаешь у нас, а? По какому принципу? Плохо, когда вот не можешь врубиться, как это все функционирует. Ну-ка, нате. Так, внизу, друзья мои, очень много зомбарей идет, а у меня ничего... Блин, даже защиты нет никакой. Давай так хотя бы, может быть. Да-да-да, поджарили, отлично. Сюда поставим защитника. Так, наверху идет девчуля, сами видите, какая, да? Которая защищает. Морковь, да как ты фурычишь-то, а? Жалко, конечно, непонятно мне. Спорогриб давай. Наяривай. Так, этих мы пока тут толкнем. И взорвем.
Как-то вот так вот все должно работать. Какие-то сердечки у нас тут. Может быть, они завораживают. Вот они что делают. Господи, теперь-то понятно. Они завораживают музыкой мои растения. Так, тимьян, давай-ка. Они завораживают музыкой, и, соответственно, мои подсолнухи, да вообще любые растения, перестают вообще атаковать или что-либо делать. Да ну хорош ты, где там этот музыкантишка? Там еще с микрофоном чудик идет. Видишь? Вот по этой линии. Давай, откинули, молодцы. Ох, а внизу-то что? Внизу-то проблемы, смотри. Давай взорвем, наверное, здесь их всех. Вот так вот. И лаву-гуаву еще ко всему прочему. Так. Не-не-не-не-не, откидывай, откидывай, вот так вот. Все, я, кажется, понял, что такое морковь и как она работает, ребята. Принцип, я врубился. Она воскрешает, ну, грубо говоря, растения, которые были подбиты, да? На место. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо вот тут вот. Блин, вот придется, друзья мои, ну придется их просто откидывать, иначе, ну... И этот все равно их подкинул, а? Ущербный-то этот. Иди отсюда. Пришлось, да, все-таки мне немножко потратить денег, а это целую 1000. Ну, зато мы прошли с вами этот уровень. Ё-моё, офигеть. А мои растения уши развесили, значит, такие влюбчивые, сразу слушают эту музыку, балдеют, перестают атаковать. Молодцы, красавцы, что я тебе могу сказать. Ну, а мы с вами двигаемся далее. По-моему, еще 2 дня осталось, и у нас будет босс-замбосс. А тут, я так понимаю, всех собрали, да? И с микрофонами, и гаргантюа. И с игровыми автоматами, и панки, да, тут именно все, ребят. Но мне понравилась вишня, на самом деле, очень прекрасная. Бомбочка, бомбит не по-детски, вы сами видели. Уничтожает и автоматы, и все, что вообще попадается в радиус взрыва. Ну и, в принципе, тоже спорогрипп неплох. Единственное, конечно, он очень долго наносит урон. Так, и мне нравится, что здесь, по крайней мере, нет летающих зомбарей. Так, может быть, нам с тобой... гипногрипп взять? А? Под ультой-то неплохо будет. Гаргантюа будет за нас. И кто же... кого я еще обычно беру-то здесь? Так, смотрим. Подожди, возьмем тебя. Подсолнух-то я взял? Подсолнух не взял. И смотрю, думаю, кого-то я не взял здесь. Ну что, ребята, будем пытаться? Вроде бы все, как говорится, под контролем. Хотя я бы, честно, взял бы лучше бы Бонгчой вместо гипно... гриб. Может быть, так нам и поступить, а? Или вообще взять сельдерей? Попробуем вначале так. Попробуем с тобой так. Там уже будет видно. Поехали. 29-й день. Давай, давай, давай. Энергия мне нужна. Очень много нужно энергии. Так что вы... уже... уже, ты понимаешь, я еще ничего толком не успел сделать. Они уже, ребят, отправляют на меня зомби. Я даже ряд не успел первый заделать. Пошел отсюда, да? Правильно, так его отталкивай. Панкуша бежит. Блин, я не знаю, ну давай, наверное, тоже его с помощью защитника будем отталкивать. Пока. Пошел отсюда, правильно, так ему. А вот теперь уже хуже, ребята, дела. И что мы с тобой можем сделать? Мы можем поставить с тобой спорогрипп. Защитника влепить. Здесь поставить, например, гуаву. Так, откинула. Ой! Уже! Уже, друзья мои, идут эти. С автоматами. Слушай, ну не... ну-ка, дай-ка я его попробую, ребят. Хе-хе-хе. Только зачем я это сделал? Объясни мне, пожалуйста. Объясни мне на милость, зачем я это сделал. Так, поменялась музыка. Поменялась музыка, значит... опять, опять прут. Слушай, а у меня вишня созрела. Вишня созрела, давай. Нате вам всем там. У меня тимьянчик, если что, есть. Давай-ка вот так попробуем.
Здесь поджарим. Удобрение дадут мне сегодня или нет? Вот оно. Вот оно, ребята, удобрение. Давай, наверное, применим вот сюда. Она просто на раз бошки срубает, прикинь. Так, здесь много накопилось. Так, на-ка. Что он там делает? Что он там машет? Вот-вот-вот, правильно. А вот и Гаргантюа уже появился. Гаргантюа появился, ребята. И не один. И не один. Да успокой, куда ты? Блин, друзья, не хотел, но... Еще минус 1000. А ведь это последний чувак идет. Гаргантюа-то. Последний, да. Успеем мы его, интересно, нахлобучить? Сейчас будет... Ага, фигово. Подбили. Новое достижение получили. Breaking It's off. Ну вот она, пиньяточка у нас в кармане. Блин, было 15 тысяч, осталось всего лишь 11 300. Ну давай посмотрим, что у нас в этой пиньяте. Наверняка морковка, да, и еще что-нибудь в этом роде. Ну, 100 монет, это понятно. Конечно же, 4 морковки. Могу прапать. Сельдерей. И все, да? Понятно. Ну что, зомбосик у нас сейчас или через уровень? Что там было написано? Не дайте уничтожить 15 растений? У меня вообще что-нибудь есть на огороде еще? Я хочу взять. Ой, смотрите, что у меня здесь есть. Но я не хочу его брать. Я не хочу... О, у меня есть, кстати, горох и капуста. Я почему-то их не брал. Горох и капуста. Значит, мы сейчас, наверное, с тобой и возьмем. Да? Против вот этих всех хламонов. Так, 15 растений. Там мне опять какие-то рамки поставили. Значит, вот у нас горох. И капуста. Капуста. Где она? Вот она. Возьмем с тобой вишневую бомбу. Хм. Защитника, лаву, гуаву. Ну, естественно, возьмем с тобой подсолнухи. Может быть, мину взять. Или вот этот вот. Слушай, ну он неплохо, в принципе, будет их содержать. По идее. Или аки лучше взять. Тимьян, тимьян, конечно же. В чем тут думать. Без тимьяна на жизнь плоха. Он меня здесь, кстати, очень хорошо спасает. Именно тем, что он телепортирует их на самое начало. Я там могу уже поставить спокойненько себе лаву гуаву или ту же самую бомбу и сразу их там взорвать. Это очень, конечно. Ну что вы, ё-моё, ну. Так, а вот это вот плохо. Этот чудик плох. Надеюсь, его сможем выкинуть. Или он своим микрофоном нас подобьет. Вот тупорылая башка. Придется так делать, ребята. Эй! Капуста еще оказывается такая слабая. А так если... Что-то как-то не айс. Лаву-гуаву давай, наверное, применим с тобой. Ох ты! Жучара взял и перекинул. Да откинь ты... Блин. Так, слушай, мне надо... Фу, сбили мы ему черепундель. Чего у вас так много-то? Блин, неужели не хватает подсолнухов, а? Придется заряжать, друзья мои, а фиг ли делать? Так и не только заряжать, еще и придется вот так вот делать. Ой, бред, ой, бред. Заревись там к ядрене фени. Чтоб духу твоего здесь не было. Давай вот так еще попробуем сделать. Да ну, уже Гаргантюа идет. Че, серьезно? Трындец. Я накоплю когда-нибудь на горох-то на этот или нет? Накопил, наконец-то. Давай, влупляй, пожалуйста. И что? И что?
И ничего хорошего, ребята. Твою ж налево. Давай вишню туда срочно. Ух. Отлично бумкнуло. На верхнем ряду вообще никого нету. Блин, не поставил. Бомбануло, отлично. Давай вот так вот сделаем. Теперь тут никого нету, не хватает. Какой же ты хлюпенький все-таки, а? Капустник, какой же ты хлюпенький. Еще бегут гаргантюашки. Я теперь, знаешь, о чем жалею? Что я не взял магнит. Магнит здесь бы мне пригодился. Но его, как ты видишь, у меня нету. Попробуем вот так вот сделать. А почему я не... Почему? Эй! Твою ж налево, блин. Почему лава Гуава не сработала? Я не понимаю. Да что так... Ты понял, в чем прикол? Я могу максимум посадить... Вот они и траты пошли. Друзья мои, я могу максимум посадить 12 растений. Вот в чем проблема была. Так, и все, больше пока не могу. Ну, что-то вот приперся сюда. Ну, кто тебе? Тимьян, давай, выходи. Даже тимьян не могу использовать. Вот теперь могу. Видишь, вот оно, ограничение, ребят. По растениям. Одно вот сейчас могу в данный момент поставить. И все равно им, понимаешь, им по барабану. Да ну хорош, это что за, зелебоба такой непробиваемый? Неудобрение, не... Ладно, ребят, поехали. Смотреть на него еще тут. Офигеть, все деньги потратил. Надо было мне, опять я на одни и те же грабли наступаю. Надо было же действительно использовать мне газонокосилку, да и все. Ай, ну тут в этой суете пока до Петри, до тебя. Ну что, я думаю, сейчас будет уже боссик у нас. Ну и будет или нет? Он должен появиться. В плане. Еще нет? Спасибо. Обрадовали. И, как всегда, ограничение. Но, слава богу, здесь у нас есть черника. Я думаю, она мне здесь хорошо поможет. Я в это свято верю. А пока, как понимаешь, у нас маленькие грибочки. В плане. Ты вот сейчас серьезно? Я только начал играть, а он уже гаргантюа вызвал. Они, наверное, рассчитывали, что я вместо этого поставлю... Я понял. Грибок, да? Мне его придется, ребята, блин, откидывать. Прикинь, ради одного гаргантюа мне придется вот так вот делать, ребят. Теперь вот только ставить вишню. Вишня, ты будешь... Ой, вишня, черника, ты будешь у меня там работать или как? Давай, 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 давай. Так ты вот этого жги-то, ё-моё, блин. Да ну, вы издеваетесь. Вы просто сейчас в данный момент вообще издеваетесь надо мной. Черника, бомбани, пожалуйста. Ну вот этого-то гаргантюа будете бомбить или нет сегодня? Пипец. У меня нет слов, одни эмоции, ребята. Эти грибы еще ни шиша, ни расти не хотят. Бум-бум-бум-бум. Топает, блин, топотун. Черника, давай, вылази. Так, здесь этих пока задержим. Давай, вызывай, вызывай свою тучу. Да ты подбей мне гаргантюа лучше. Ё-моё, что ты мне эту мелочь, блин, вшивую бомбишь, блин. Я офигею, ребят. Я даже не могу их почему-то откинуть. Прикинь? Почему я не могу их откинуть? Непонятно было. Грибы, вы будете мне давать, ё-моё, блин. Хотя валюта-то, в принципе, есть.
Бумс минус грибок. Отлично. Ничего не скажешь. Ну, конечно, зачем? Ладно, пускай идет. Я попробую здесь, ребята, пока на чернике выехать. Здесь у нас, конечно, сработает с тобой газонокосилка. Как ты это понимаешь, да? Потому что, ну, денег, сам видишь, вообще не осталось. Нисколечко практически. Так, мало того, что у меня вообще ничего не осталось. А он еще этих ушлепков подкидывает все ближе, ближе ко мне. Ну надо же. Подбили гаргантюашку. Это все вон там хлыщи, ребят, которые, ну, подталкивают их, понимаешь? Именно они подталкивают этих гаргантюа, поэтому они очень быстро до сюда добираются. На нижнем ряду у меня нет никого, поэтому придется, судя по всему, отталкивать их. А, нет, сработало у черники. Это же надо было из-за каких-то там 6 гаргантюа потратить все финансы. Ой, а я думал, что черника мне здесь хорошо поможет. Ну все, ребята, 31 день, теперь уже точно будет босс. Вот, друзья мои, зомбосс появился со своей группой. Оуч. Мне это совсем не нравится. Так. Готов? Сажай. Сажаю. Так, тихо. Что мы тут будем? Так. Погоди, как бы нам так сделать? Давай в спину ему. Бомбанул, молодец. А кому я должен наносить урон? Ты что-то не врубился. Оу. Ты, может, завязывать будешь уже, а? Слушай, а эти... А, их нужно уничтожать. Все, друзья мои. Допетрил. Короче, эти колонки нужно уничтожать. А сельдерей-то что стоит? Не уничтожает. Ой, дурила. Ой, дурила, ребята, дурила он. Еще тот. Так, чеснок. Давай сюда, наверное, поставим с тобой. Да хорош, хорош, толкать-то уже. Что происходит? Что творится? Так, лук я пока прибил. Вот сейчас лук надо использовать. Лук надо использовать. Что это там? В плане? Куда они меня выкинули? Целый ряд растений. Так, дай-ка я сюда лук поставлю. Пускай на них дышит. Ты дышать будешь или нет? Тю, просто ряд взял и сметает. Ты прикинь, что там делать? Так, секунду. Да ну хорош! Блин, что-то как это фигня, ребята. Если хочешь мое мнение знать. Нет. Не-не-не-не-не. Только тебя тут не хватало. Трындец. А так, если... Че, то есть ничего не помогает, да? Ну а лук тебя задержит? Лук его задержал. Окей. Так, ребят, надо что-то использовать. Что, запускаем с вами? Пускай тут давит, ломает все. Вот он неугомонный, а? С своими колонками. Давай сюда чеснок. О, привет. Давно, блин, не виделись. Давно-давно, да, не виделись. Еще и здесь появился. Так, может быть, лук? Так, ребят, трындец тут получается. Лютый трындец. Ну ты посмотри. Смотри, что он творит. Он и своих, и моих, и всех тут сдувает. Так, дай-ка вот так вот сделаем. Куда ее применить? Я не знаю, куда, ребят, применить. Давай так вот сделаем. Тим, сдуло.
Так, выпускаем. А, не будем выпускать. Все равно он сейчас сам. Не, ребят, это жесть. Это жесть. Так, дыхание зловонное повесили. Улетел. Может быть, нам нужно колонки эти уничтожать? Да что ты творишь-то? Просто ничего не успеваю сделать. Абсолютно. У меня деньги есть хоть? Да, еще есть маленечко. Да ну. Я, друзья мои, не знаю, что здесь делать. Как тут, блин, выигрывать этого олуха? По-моему, я что-то неправильно делаю. Неправильно сыграл. Но я играю теми растениями, которые он мне дает. Понимаешь? У меня других нету. И денег, видишь, тоже у меня нету. Слушай, да ты запарил уже, ну серьезно, блин. Не знаю, друзья. По-моему, тут надо уничтожать эти колонки. Я могу, конечно, ошибаться, но... У меня нету денег. У меня нету денег, у меня нету... Может быть, тут вот так вот было все рассчитано? Чтобы он именно сдувал их? Как-то вот таким вот образом. Слушай, я только под конец понял, как нужно биться с этим боссом. Да, друзья мои, такое вот бывает. Как до утки, блин, на седьмые сутки. Нужно уничтожать было вот эти вот как раз колонки. Ой, что я сделал? Куда я поставил-то? Ну давай, там остался чуть-чуть, господи, ну... Пройдет, да? Пройдет, ребята. Не успел, не смог я. Офигеть. Долбанный босс-замбосс, а. Столько денег потратил на него, а. Теперь, как говорится, попробуйте. Без денег, без всего, своими силами. Это, наверное, ребят, надолго. У меня. Это надолго. Так, лук лучше всего поберечь, мне кажется. Взял, выплыл мне, прикинь. Слушай, вроде бы как и понял, и в то же время нифига не понял. Как это должно работать? А, вот. Нифига не могу понять. Так, что ли, или как? Должен я попадать по нему, верно? Верно. Ну. Сейчас еще гаргантюа эти пойдут. Целым табуном. Где, они еще не вышли, не? Так, хорошо. Давай сюда посадим. Просто сдувает и все. И хоть ты тут что делай. Так, давай ему так, наверное, сделаем. И вот сюда поставим. Спорогрипп, я не знаю. Сдувает просто. Просто всех сдувает.
Давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. Надо вот этих дамочек-то тут поубивать всех. Верно? Если я вот так вот сделаю еще. Это еще, друзья мои, гаргантюа не вышли. Они наверняка пойдут. Тут осталось недолго подождать. Он где у него тут? Ну, полосок жизни у него достаточно. Ну, ну давай, 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 задевай. Поехала, да, у нас? Я хоть правильно делаю вообще? Я думал, что правильно все у меня, ну. Но я что-то уже сомневаюсь. Если он сдувает меня колонкой, значит, так оно и должно быть, да? То есть, ну, мы с тобой в правильном направлении. Может быть, нам надо сюда поближе ставить. Сработает и в конце концов. Сейчас же пойдут уже гаргантюашки, я чувствую уже. С минуту на минуту. Зловонное дыхание, все как полагается. Так, дай мне сюда ультушечку. Он все равно почему-то в разные... Оу, друзья мои, не увидел. Смотрите, наверху прошли. Так, все-таки, друзья мои, как нужно бомбить, а? Колонки эти уничтожать? Или что? Поехали. Попробуем. Давай вот так вот сделаем. Поставим сюда. Так, панк-рок. Ну, давай ему в спину заряди. Тынь-тынь-тынь-тынь, отлично, молодец. А зачем тогда чеснок здесь дают, я не пойму. Для чего-то ведь дают чеснок. Да ну, завязывай. Так, сюда, наверное, выставим. Так вот попробуем, я не знаю, ребят. Ты-ты-ты-ты, он бомбит вроде бы. Все хорошо, все отлично. Как-то вот так должно быть. Так, у него всего одна колонка там осталась, я смотрю, ребят. Но он их будет все равно же вызывать, так ведь? Нет, он еще целый ряд вызвал. А в чем же тогда прикол? Вот объясни мне, пожалуйста. В чем твой, блин, прикол, а? Чеснок не поставить, это не поставить. Не пойму. Блин, взял, поставил под волну, зачем? Так, а этот бомбит. Слушай, наверное, в ту колонку, откуда идет звук, наверное, нам нужно с вами подбивать. Или как? Не знаю. Я уж просто не знаю, что сделать, друзья мои. Как выпутаться из этой ситуации? Деньги потратил, соответственно, я не могу здесь ничего сделать. Как могу, так и прохожу. Это еще только первая, так сказать, волна. Чеснок от него толку, конечно, мало здесь мне. Колонки он выставляет. Но он, видимо, защищается этими колонками. Так, давай попробуем, наверное, так зарядить. Окей. Этот боксер идет, блин, чертов, а. Да дыхни ты в него. Вот так вот. Кое-как мы тут с вами вроде бы справляемся, кое-как. Давай вот сюда поставим с тобой. Сделаем вот так. Лук пока... Вот лук сейчас надо применять, друзья мои. Со своим зловонным дыханием, да?
А ну-ка, сельдерей, заряди ему, пожалуйста. Нормуль, все хорошо. Ставим. А почему я... А, не могу на этот ряд, да? Давай тогда сделаем так. И вот так. Наверх, вниз, со всех сторон. Этого вдыхание зловонное. Так. Чувствую, сейчас пойдут гаргантюа. Просто уже такое, ребят, предчувствие, понимаешь? Оу. Вот они, ребятушки, вот они, гаргантюа-то пошли. Ну-ка, зловонным дыханием его опыли. Давай, бомби ему, отлично, молодец, красавчик. А выручит ли меня это все? Вот у меня какой вопрос. Все сдул, прикинь, все мои растения поздувал. Шит гороховый, а? Боксеры, давайте, бомбите. Да как тебя пробить-то, а? Шит ты гороховый. Блин, я ума не приложу. Вроде бы делаю все правильно, да? Но и в то же время... Две колонки. Ну ты смотри, что делает. У меня, ребят, денег нету больше. Пройдут. Да как... А, сдули, наконец-то. Один только этот спорогрипп у меня тут остался. Спорогрипп-боксер. Есть! Твою ж налево. Ё-моё, друзья мои, это жесть. Прикинь, я все деньги дроп за миг. Вот так вот. Жесть. Да. Для меня вот это считается самый сложный босс. Хотя, может быть, он и легкий, просто надо было знать, что бомбить. Я делал акцент на вот эти вот динамики. Только на них. То есть я думал, что мы их подбиваем, и от этого зомбосс теряет здоровье. Фу, надеюсь, я был прав. Если что, ребята, меня можете в комментариях немножечко поправить. Но самое-то главное, что мы с тобой прошли, да, этот биом. Слава богу, я за кадром играю во всякие там Pursuit Penny, да, и во все это, где я могу себе позволить набить немножко денег. Ну и так же, как и растений. Но сегодня, конечно, это было что-то. По идее, друзья, я должен получить пиньяту. Верно? За прохождение этого биома. Так, да, вот она, собственной персоной. 100 монет, я уже им рад, как манне небесной. Так, морковка. Спорогрипп. И все. Ага, еще одна пиньятушка. Ну-ка, давай глянем, что здесь. А, это уже, видимо, за самого босса. 500 монет. Морковь. Интенсивная. Так, и спорогрипп. Ну, по идее, за зомбосса должны, да, давать больше растений всяких. Так, сельдерей. Чеснок. Вот, честно тебе скажу, я не вижу толку в чесноке. И свекла. Все, да, получается? Ага, еще одна пиньята. Окей. Так, ну это простенькое. Спорогрипп, опять чеснок. Ну, короче, понятно, ребята. Чеснок и сейчас, наверное, морковку или еще что-нибудь дадут. Нет? Все на этом. И получил конфетки. Так, здесь у нас... Ага, обновились ивенты. Окей. Вот обычно, ребята, я здесь все вот это вот прохожу. И зарабатываю и конфетки, и деньги. По мере возможности.
Так, а что тут написано? Квест комплит. А, мы еще с тобой зарабатываем гемы. 69 было, 74 стало. То есть 5 гемов еще заработали. Ну и какой же нам, ребята, открылся биом? Ох ты! Это юрский биом. Да? Эпоха юрского периода. Так ее назовем. То есть древние растения, да, древние зомби, древние защитники, древние орехи, точнее. О, опять тут тоже грибы будут, оказывается, у нас. Так, грибы. Дикий подсолнух. Хм, прикольно. Дикая мина. Да, тут растений как-то маловато нам дает. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Растения против зомби 2. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до скорого.